Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Новополоцка проводит набор детей от 9 до 12 лет на тренировки по футболу. Занятия бесплатные будут направлены на укрепление здоровья и общей физической формы, развитие технических футбольных навыков. Подробности можно узнать по телефону 8029-217-40-22. Сотрудники ГАИ Новополоцка совместно с активистами БРСМ провели профилактический рейд, в ходе которого напомнили автомобилистам основные правила безопасности на дороге. Приятным моментом акции стало поздравление автоледи с Днем Матери и вручение буклетов и символических подарков. В Полоцком районе работает профсоюзная горячая линия по вопросу выявления роста цен на любые товары, лекарственные средства и услуги. Сообщить о нарушении можно в рабочие дни с 8 до 17, перерыв на обед с 12 до 13 часов по телефонам 46 3075 8033 317 5155. В Полоцкой художественной галерее презентовали картину «Хлеборобы Полочины». Ее автор Леонид Дударенко изобразил тружеников ныне сельхозпредприятия Островщина Полоцкого района. На картине изображены 7 работников, начиная от молодого тракториста и заканчивая председателем.